Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь вас приветствует на своем канале. Спасибо, что вы со мной. Сегодня хочу вам так быстренько рассказать о расческах. Значит, это у нас Т9, это у нас расческа компании ВЭС 7 рядка. В чем разница между ними? Ну, прежде всего, я хочу, чтобы вы посмотрели на них вот так. Разница между ними вот в чем. Значит, это у нас продувная расческа, если мы вот так положим вот эту. Что мы видим? Здесь у нас есть отверстие для воздуха, чтобы продувалось. Здесь у нас, к сожалению, отверстий нет. То есть этой расческой компании ВЭС мы великолепно вытягиваем волосы благодаря своей прорезиненной основе и ребра жесткости, которые здесь у нас есть. Данной расческой U-Spark мы великолепно поднимаем корни за счет того, что здесь у нас пластмассовая основа, у нас отсутствует ребро жесткости, мы великолепно можем поднять корни, вытянуть волосы, мы, к сожалению, и подготовить их под утюг, мы этого сделать здесь не сможем. Эта расческа у нас для объема, запомните, Т9 для объема, U-Spark, расческа компании ВЭС для вытягивания волос. Также, что еще хочу сказать, данная расческа представлена в синем цвете, как мы видим, бывает в черном. Данная расческа у нас представлена в темно-синем цвете, матовая расческа. И также она у нас есть 9-рядка, это у нас 7-рядка. U-Spark у нас представлен только, как вы видите, в 9-рядке. Вот 7-рядка, чтобы вы видели, как они выглядят. Вот такой обзор, я сравнение двух расчесок я вам привел. Если же у вас какие-то будут еще вопросы, вы мне пишите комментарии под этим видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы, если вас вдохновило мое видение. Всем точных стрижек, всем пока!